По линии племенной продажи в Якутск завезены жеребцы из Алико-Кёльского конного завода Среднеколымского улуса. 13 животных проехали в специально оборудованных контейнерах автомашин 8 суток. Тем самым преодолели более 1000 километров пути. Расходы на транспортировку полностью взял на себя конный завод, у которого более 1000 голов в хозяйстве. Половину привезенных лошадей уже распределили по заявкам в товарные и племенные хозяйства республики. Колымская порода лошадей славится мясистостью, а короткие и сильные конечности животных позволяют им с легкостью добывать пищу в глубоком снегу. В казенном предприятии уже имеется опыт определенный, да? Они уже 4 года как бы оттуда, ну, четвертый раз уже привозят, поэтому проблем с этим у них как бы уже таких особых не было по дороге. По новому вот ветеринарному законодательству они находятся, вот эти животные, на месячном карантине. После этого только они вот как бы могут сюда приехать.